Так я тебя поздравляю, что ты выиграл право брать интервью. Представься! Меня зовут Волобуев Роман. Я представляю газету «Глагол». Прекрасно. Но ты получил право быть беспощадным с Ириной Аллегровой. Встречайте! Однажды ты. Есть у сердца сны и память, волны стужи и тепла. Но руками, но губами помню одного тебя. Ты мне нужен, как свет весны в глазе. Одного тебя. Ты мне нужен, как свет весны в грозе. Ты мне нужен, ты не такой, как все. Свет потушен, вздыхает тишина. Задать. Да. Но у меня просто такие вредные вопросы. Давайте так, вы задавайте. Я знаю, что вы будете задавать вредные. Я постараюсь не очень вредно отвечать. И у нас с вами так вот может быть что-то получится. Про фонограмму. Получится. Пожалуйста. Вы поете под фонограмму? Пою. Ну, почему вы не задаете вопрос, когда? Когда? И почему? Когда и почему? Тогда и потому, когда мне устроители концертов, либо город, либо разные бывают обстоятельства, не могут, это совершенно честный ответ, не могут выставить нужного качества аппаратуру для того, чтобы не мне было легче, а вам, слушателям, было бы хорошо.
То есть, когда есть возможность, вы поете без фонограммы? Я очень люблю это делать. Это странно? Нет, это замечательно. На общем фоне. Ну, получилось, что я нахамил, сам того не хотя, но извините, бога ради. Значит, мы тоже такой, тогда уж раз уж за это дело мы взялись. А каково это петь под фонограмму? Как это? Это что-то абсолютно другое или... Можно на ты, да? Да бога ради. Понимаешь, кому-то кажется, что артист включает фонограмму для того, чтобы ему было легче. Вот мне в этот момент, например, намного тяжелее. Почему? Потому что уже ты думаешь, что уже что-то звучит, в это надо еще попасть, но это не проблема. Но я работаю гораздо еще с большей отдачей в этот момент, чем тогда, когда я могу купаться в собственном звуке. Ты понимаешь меня или нет? Кажется, да. Потому что, кажется, пояснить? Потому что в этот момент я точно так же пою и точно так же отдаю себя. Но, к сожалению, это в этот момент народ не слышит. И вам еще приходится пытаться перекричать фонограмму, да? Нет. Вы знаете, нет. Однажды я попыталась в электроклубе ее переключать, с тех пор хриплю. Но это хорошо, я теперь и похрипеть могу. Понятно. Ну и последний тоже вопрос, такой традиционный. И все, последний? Последний, но тут тоже народ желает же. А у него последний вопрос получается от него. От меня. И вот ваше любимое направление в музыке и ваши любимые музыканты. Да. Я, может быть, разочарую. Я всеядна. Я всеядна в музыке, я всеядна в литературе, я всеядна в живописи. Ну, вам нравится там эмбиент, фанк в таком духе, там, не знаю. Даже металл иногда. А даже. Что конкретно? Ганзы нравятся. Нравится мне все. Иногда даже Гендель нравится. Повороте обожаю. Ну, а из наших? Себя люблю. Снял вопрос. Больше чего нет. Теперь ты отдаешь право задавать вопросы зрителям. Отдаю. Итак, вопросы переходят к зрителям. Ирина, вот вы весной, по-моему, вышли замуж. Я слышала, мы вас всех поздравляем, я слышала вашу песню «Угонщица». Вы своего мужа тоже угнали? Можно я промолчу? Эй, угонщица, слышу я вслед, у тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости, а другие пускай тормозят, и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается? Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Счастливы своей судьбой? На сегодняшний день, пожалуй, да. Даже не пожалуй, а уже да. Значит, вот вы как бы вышли замуж. Но об этом... Как бы да. Об этом было много разговоров в прессе, но как-то хочется от вас лично услышать, кто ваш муж, что он вообще... А больше тебе ничего не хочется? Ну, интересно просто. Больше ничего не хочется? У ребенка выбили зуб. Бывает. У ребенка выбери зуб. Ну ты ничего, ты нормально так сможешь досидеть до конца программы? Ну вы знаете, какая сейчас молодежь, насилие. Вот когда вы вышли первый раз на сцену, у вас какое чувство было? Страха. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы уже на сцене? Столько не живут. Я себя отсчитываю с 85-го года. Все, что до этого у меня было, это была хорошая, крепкая такая... школа, наверное, без которой, вот я сейчас смотрю на со всех юных моих коллег, им точно не хватает этой школы.
Ирина, скажите, пожалуйста, а вот песни какого композитора, вот песни, которые вы исполняете, у вас самые любимые? Ну, мне раньше казалось, что кроме Николаева никогда никого не смогу петь, потому что, наверное, он так попал вот на, я всегда говорю, на эту женскую душу нашу, девчачью, вот даже песню «Верьте в любовь, девчонки». Он гений в своем деле, гений. Но на сегодняшний день тот же крутой, а тем более Чайка тоже, тем более, не тем более. Я не знаю, я не могу их как-то ставить на разные ступеньки, они все для меня равны на сегодняшний день. Бывало ли у вас такое, что вы пели о страданиях одинокой женщины, там, который все, не все в порядке в личной жизни, а в это время у вас было все в порядке. Не возникало ли у вас проблем с этим? Как изобразить? Что-то? Нет, не возникало. Я вам расскажу очень смешной случай, который произошел в декабре. В декабре, по-моему, когда снималась песня «93» в Кремлевском дворце съезда. Собралась такая элита, значит, из композиторов. Крутой, Николаев, Чайка. Ну, и зашли еще многие коллеги, но я повторяю именно эти фамилии, потому что это люди, с которыми я работаю. И Чайка тогда сказал: все, мы тебя потеряли. И ты никогда не сможешь спеть то, что ты пела. Мы тебя потеряли. Вот с тех пор, с декабря, я пою все, что я пела. Те же «Сквозняки» я уже спела. Мне это не мешает, потому что все-таки, ребят, поймите одну вещь правильно. Жизнь — это жизнь, а сцена — это сцена. И когда человек артист на сцене, он в этот момент живет конкретно вот этим, вот мы сидим сейчас с тобой здесь, он живет этим маленьким уголочком или кругляшочком своей жизни. А жизнь — это жизнь, это не должно мешать, это профессия. Тут вопрос у мальчика, который зуб потерял. Чему золотой? Его зуб. Скажите, пожалуйста, а вы уже не веселый или грустный человек? А можно я тебе задам вопрос? Вот тебе самому как кажется? Мне просто, а потом я отвечу. Не знаю. Так и я не знаю. Ирина Александровна, вот извините, пожалуйста, а вот я знаю, что Аллегрова этот псевдоним взял ваш отец. А вот от чего, почему у него так он взял именно этот псевдоним? Вот от чего это пошло? Кстати, такой вопрос первый раз задают. Спрашивают, а какая фамилия? А много, но вот так первый раз. Дело в том, что мой папа в 12 лет, светлая ему память, убежал из дома, такого довольно патриархального дома, убежал в цирк, артистом решил стать. И он так и убежал, он был в цирке, там, на побегушках. Но он был настолько живой, настолько энергичный, что сейчас тоже, в общем-то, это модно, а раньше, как для вас, это вообще старое время. Было просто принято, чтобы все артисты имели псевдонимы. И ему от термина итальянского музыкального «Аллегро» дали вот такую как кличку. Он сначала был Аллегро, а когда он уже повзрослел и попал на сцену, ему уже было лет 18, он взял себе псевдоним. Папа — прекрасный актер, режиссер, много раз заслуженный артист. Мама — профессиональная певица с оперным голосом. И вот мама из-за папы, чтобы быть с ним рядом, с этим прекрасным оперным голосом, всю жизнь проработала примадонная оперетта. А вообще я всегда ими очень гордилась и горжусь по сей день. Вот вы сказали, что вы на сцену впервые вышли в 14 лет, а я читала, что вас папа вынес на руки, когда вы только родились. Ой, вы хорошо меня поправили. Это так и было. Но я же не вышла, меня вынесли. Меня спросили, когда я вышла. Ирина, вот вы идете по улице и встречаете своих поклонников. Какова их первая реакция? И как вы к этому относитесь? Да, абстрагироваться. Я иду по улице. На сегодняшний день это уже смешно. Нет, ну не обижайся, это уже анекдот. Я действительно не хожу по улице. Иногда мне очень хочется пойти на рынок. Но после где-то вот, ну, с год назад, может быть, чуть меньше, последнего посещения рынка, я решила, что я не имею права просто больше туда ходить. Ты знаешь, реакция не всегда нормальная. Вот это потрясающе, когда тебя знают, любят. Особенно любят. Потому что что такое известный популярный артист? Знать и любить — это разные вещи. Знают многих, любят гораздо меньше. Ну вот когда тебя тычут пальцем вот так вот и начинают всматривать все, ну это не очень приятно. Доводилось ли вам встречаться с гангстерами в своей жизни, как здесь шоу-бизнеса? С какими? С настоящими? Да, с настоящими. Пиф-паф уже было? Да. Нет. А который требует денег. Да ты что, меня один раз пиф при мне сделай, паф уже у меня на полу будет. Я трусы. Нашел зуб.
Даша. Скажите, пожалуйста, а почему вы грустные песни пели? Когда? Всегда? Да. Знаешь, я желаю тебе, мой хороший золотой маленький, чтобы ты вырос таким прекрасным, необыкновенным мужчиной, который никогда не доставит женщинам столько горя, такого женского горя, как доставляют вот все выросшие на сегодняшний день дядечки. Но они-то доставляют, а тетечкам-то плохо. Вот я им и помогаю. В одной из ваших песен чувствуется такая совершенно четкая страсть к офицерам, к людям младшего офицерского состава. А в жизни мужчин каких профессий вы... Нет. Что нет? А что да? Вот мужчин каких профессий вы предпочитаете? Мне тут послышалось это. Я предпочитаю в жизни мужчин с большой буквы, независимо от того, чем он занимается. И вот когда он будет мужчина с большой буквы... В игре, Ирина, вы какая карта? Я не гадаю, я не знаю это. Когда... Нет, не гадание, это игра. Именно. Ну, я не пиковая, не пиковая, да, это точно. Ну, козырная. Ну, не я же должна об этом говорить. Спасибо. Поете для себя, для своей души или для тех, кто вас слушает? Это неразделимые вещи совершенно. Я пою для себя, для души, для всех, кто меня слушает, и для того, что это моя работа еще. Вот как, какие отношения между звездами и женщинами? Существует ревность, зависть? Я могу, отвечая на этот вопрос, исключить себя из этого списка. Иначе мне будет очень трудно. Да, конечно. Я исключаю себя из этого списка хотя бы потому, что я не люблю тусовки. Я мало во что верю, именно в таком общении. И вспоминаю, вот сейчас вспомнила фразу потрясающую, которую, может, это чересчур смело с моей стороны будет говорить, которую сказал Давид Федорович Тухманов про в свое время союз композиторов. Он сказал, это террариум друзей. Поэтому, исключая себя из этого списка, я, пожалуй, возьму смелость сказать, что по большому счету это террариум друзей. У вас на сцене имидж переживающей, страдающей женщины. А сейчас у вас такой тон немножко наставительный, тон школьной учительницы. Как это у вас сочетается? Так я же для вас и есть школьная учительница. И нет. Что вам больше нравится? Мне? Да. Я же сказала, я всеядна. Может быть, сейчас мне нравится это, а через 10 минут мне будет нравиться быть вот такой женщиной, которую ты спросила. Если учительница школьная, то учительница... Какого предмета? Учительница чего? Ты знаешь, жизни не могу сказать. Не могу. Нет, это будет очень банально. Ну, наверное, если мы соберемся отдельно с мальчиками, отдельно с девочками, нам будет о чем поговорить. Я думаю, что мне даже будет чему научить и одних, и других. Поэтому этот предмет пока я не знаю, как называется. Вам нравится, когда вас берут автограф? Автограф, когда берут? Да. Ты хочешь его взять? Сейчас мне это понравится. Подходи, бери. А мы поблагодарим Ирину Аллегрову. Спасибо. Спасибо, Ира. Звучал мелодичный мотив, и нас невзначай закружив, тут же позвал в круг танцующих пар свой сладкий плен, свой беспечный угар.